Когда слова и просьбы не приносят желаемого результата, нередко в дело вступает сила. Вот только главное уметь ее применять. Для этого необходимо тренироваться. Как раз такие учения прошли в Братске. Главными антагонистами, по легенде, были террористы. Именно они захватили заложников и удерживали их в автобусе недалеко от автовокзала. Требования выдвинули сугубо политические. Попытка договориться успехом не увенчалась, и оперативный штаб принял единственное правильное решение – штурм. Под покровом ночи силовики отработали сразу несколько вариантов освобождения заложников. В результате учений все потенциальные преступники были обезврежены, а справедливость восторжествовала.